Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Да, а куда мы едем? Это я у тебя хотел спросить. Едем на фотосессию. Команда Team Empire едет фотографироваться. Вот. В 2017 году новая фотосессия. Ну, 17, как я сказал. Я же не 64-м сказал. Какие у тебя планы на этот состав? Конечно же, отобраться на киевский мажор. Да. Сейчас вот Куала Надак играем, правда. Какие у нас планы, Надак? Пройти? Так, выиграть? Да. Как минимум, не ударить грязь лицом. И показать, на что мы действительно способны. На что способен Ростик, на что способен Вован. А я им поспейшу, поскаучу для них. Врагов показываю. А я тоже поспейшу. Так и живем. Поспейшу? Да. Будем спейсить. Владимир, вы довольны спейсом? Спейс лучший в мире. Варды нужно, конечно, поставить поглубже. Поглубже, чтобы видеть врагов. А я, если они будут на нашей стороне находиться, я поскаучу их. Все, договорились. Давай. Договорились. Так, а вы знаете, делаем, что ваш карри в пабах 6 рэмбери за 10 дней сделал? Это на 6 разных героях. Это просто невероятно. Импрессив. Блин, я аж вспотел от этого немножко, если честно. Ренат, а ты можешь передать привет кому там? Соло, да? Да. Получается. Давай. Все, тоже фласочки теперь покупаю. Тоже? Да. Да, да, кстати, он реально покупается. Соло является для тебя примером? Безусловно. Если бы еще Урну кто-то покупал в команде, было бы тоже неплохо. Но это уже. Зачем Урна, когда есть фласочки? Да, когда есть фласочки. Фласочки, так сказать. Знаешь, даже заряжать когда не надо, Урна, да, это нужно убивать. А проверим, фласочки можно, да, и не убивать. Можно просто хилить. Это более надежный вариант. Заканчиваем игру, не убивая никого. Потому что мы как эти, с этих, как этот фильм, по соображениям совести. Вот такие мы докеры. Мы никого не убиваем, а игра заканчивается. Главные соперники на ДАК у вас какие? Кого боитесь больше всего? Вначале, конечно же, команду Friends. Значит, Илюха, бывший игрок команды Empire. Да, неоднократно вот, бывший. Неоднократно бывший. Знает все наши стратегии, поэтому остерегаемся их наиболее всего. Ренат, а ты кого боишься? Тоже Вася боишься? Конечно, Вася. А, и Вася, извините, пожалуйста. Ты скрина боишься? Да. Там 1% команды. Уже. А уже на брели? Да его не будет играть? О, вот и в принципе. Это, конечно, некрасиво. Как пройти Dark Moon? Как прийти Dark Moon? Ну, прежде всего, девушек не нужно брать в пати. Это девушка одна... на корабле не к счастью. Да, девушка в пати не к прохождению Dark Moon. Не в обиду, конечно, там всех, кого там я, наверное, знаю, да. Но как есть. Не, ну можно брать, только не нужно, чтобы они на кире играли. Вот, можно, в принципе, и на дисрапторе позакрывать людей. Ренат нужен еще в пати, правильно? Безусловно. 100% Ренат. Ренат нужен в пати, да, обязательно? Да, Ренат со своим спейсом. А, Игорян тоже нужен на снайпере. В принципе, вот Игорян спейсит лучше всех. Это просто невероятно. Отвлекает спейс на себя. Да. Второй раунд Игорян уже раз наспейсил. Его рейснули, ну, в принципе, можно еще разок наспейсить. Третий раунд, опять спейс пошел. Четвертый, уже успокоились. Пятый, ну, тут курица побежала. Игорян быстрее всех стреляет в нее. И шрапнели кидает. Ну, шестой уже снова спейс. Вы хоть раз прошли Dark Moon? Нет. Я ни разу не прошел. А ты, Ренат? Нет. Не, я знаю, некоторые люди проходят, но этого я вообще не знаю, что надо делать. Мне вообще хоть воздухом подышали бы свежим, там, не знаю. В такси проехали хоть раз. Почему в Империю пошел играть? Что здесь круто? Понял, Ренат? Когда тебя спросил такой же вопрос, ты что ответил? Не помню. Вот вспомни, пожалуйста. А ты, Гостик, почему здесь оказался? Потому что здесь круто. Понял, Ренат? Так я так же тогда ответил. Нет. Да. Нет. Да. Андрей, ты боишься Эфена? Не, я... Переросток хороший парень. Так. Конечно, но... Просто многие его боятся, такого поэтому отцовского надо развеять. Ему леща я бы дал с удовольствием. Отцовского леща, да? Да. По какой причине? По причине того, что он любит байбекаться. Без причины. Ну, это хоть раз привело к успеху? Нет. Ни разу? Когда нужно байбекаться? В каких ситуациях? Не на второй минуте. Все понятно.